Так, объясню ситуацию. Я оставил коммент под видео Симонова, где он там с Виджей Линком, еще с двумя пацанами подтягиваются на турнике, потом на брусьях занимаются. Кто-то делает там по два, по пять. Симонов 8 сделал. Я написал, даже я сделал бы по 15. И человек мне написал, давай видос, что-то я сомневаюсь. Окей, запишу, я ответил. И вот надо записывать, кто-то тут сомневается. Комментов поставляли. Кто-то пишет, думаю, ты себя переоцениваешь. Но буду выходить, пытаться. Вот тут пусто. Ну да. Давай сделаем. Давай. Давай, покажи мастер-класс. Видишь мышцы? Мышцы видно? Нет, видно. Да? Но это обманчиво. Мощь видно? Видно, видно. Лет 15, я не знаю, смогу. Петюня. Чирик. Давай, давай. 13. 14. 15. Давай еще, могешь. 16. Ну ты че, ема? Мы же договаривались о 30-ке. Да. Зачем? На брусьях давай, прыгай теперь. На турниках повисел, теперь на брусьях надо повисеть. Пять. Ты считаешь? Блять, я сбился. 8 вроде. 9. Ну давай 9. 10. Что там? Петюнь, 15. Все, последний. Давай. Низко. 16. Вот это тяжелее, блядь. Ладно, всем удачи. Всем удачи, самое главное, действительно, выходите хотя бы бегать. Бегать можно? Не бегать можно, а нужно. Что будет, если не бегать? Ничего не будет, поэтому не бегайте. Все, пока.